выйдет такая легкая, совсем даже не легкая, знаете. И, соответственно, 15 числа уже с утра тренируемся, в теории уже тренируемся и вылетаем в Таджикистан. Вопрос есть, какие поры стоят сейчас? Окей, тогда все-таки сейчас чуть для восстановления начинаем восстанавливаться и потом все процедуры, все надо. Да, посмотри, как люди делают. Смотри, посмотри. Ну вот и поэтому и надо делать. Трешечку завалил. А? Из чего трешку? Yeah.